Всем привет, с вами Номерси. Сегодняшний видеоролик будет про SV98. А вернее, про ее версию, которая покупается за столбаксы. Начнем. Сразу бы хотелось бы оговориться касательно того, что SV98 за столбаксы покупается крайне редко. То есть при обновлении магазина столбаксов. Что происходит, ну уж совсем не часто. Последнее обновление магазина столбаксов было на день рождения самой игры. В валюте же ценовая категория SV98 варьируется от 10 до 13 миллионов. Однако, возможно, подороже. SV98 ZSB не имеет отличия от SV98, которая покупалась на Новый год, и которая падала спокойно с исключительного кейса. Баг или фича? Не знаю, но факт есть фактом. Какой конкретно порог ваншота у SV98 я, к сожалению, не вычислял. Однако, на видео, я думаю, можно будет заметить, как я ваншочу спокойно и альбатросы, и зевкасы. Периодически проходят не ваншоты по альбатросам, но скорее всего либо люди играют с бустами в виде ИРП или сборок, так что в принципе можно сказать то, что зевкасы оно шотит. Также отдельно хотелось бы проговорить про урон по мотке. Мотки в упор с СБП патрона наносят 99 урона. Да, не ваншот, что собственно грустно, но опять же, это снайпа, которая покупается либо за столбаксы, что в принципе там по цене она довольно адекватная, где-то в районе наверное 4000 столбаксов. Да и в игровой валюте, опять же, она довольно неплохая. Актуальна ли сейчас СВ? Да, вполне, даже более чем. Я считаю, что сейчас она более-менее задышала. Но опять же, только не пойму одного, почему на СБ СВ плюс 5 урона, а не плюс 7. Опять же, крайне странно. Ну а теперь оставляю вас наедине с геймплеем. Если не затрудняет, подпишитесь на канал, оставьте комментарий. Ведь именно по комментариям я чаще всего смотрю, на что сделать обзор. Всем приятного просмотра и удачи.